А вот чтобы весной город не плавал от талого снега, в Нарьян-Мар прибыла первая партия новой снегоуборочной техники. Это 5 самосвалов КАМАЗ, столько же машин для снегочистки тротуаров, фронтальный колесный погрузчик и автогрейдер. Всего по договорам лизинга мэрия приобрела 27 единиц техники. По словам руководителя «Чистый город» Василия Кабанова, сложности возникли уже на этапе аукциона. Лизинговые компании не хотели выходить на конкурс. Объясняли это тем, что организация бюджетная, и они не уверены, что финансирование будет гарантировано. После этого возникли трудности у поставщика – межрегиональной лизинговой компании. Им самим пришлось доплачивать за машины для очистки тротуаров. Сейчас 14 единиц техники из 27 уже прибыли в окружную столицу. После оформления документов и регистрации новые машины приступят к работе на городских дорогах.